Ну, это ладно. А как молитесь, главное? Да какие мы молитвенники? Учили азбуки ведин, да и то не выучили. Да только знаем, что на небе есть Святая Троица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. И нас трое. Я Вася, Ваня и Илюша. Да мы никаких молитв не знали. Сами придумали молитву. Сами? Трое вас и трое нас. Господи, помилуй нас. Нет, неправильно. Вот какую молитву надо читать. Отче наш называется. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников. Во, дали. Видать, отче наш затянули. Да, к трапезе. Как знали, что гости будут. Господи, пусть батюшка нас этой молитве научит. Прости нас, убогих. Как бы нам этой молитве научиться? Молитве научиться? Молитве? Ну, раз грамоты не знаете, мотайте на ум. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Да будет воля Твоя, яко на небеси и будет на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Хлеб наш насущный дашь нам. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем долги. И не введи нас в искушение. Но избави нас от лукавого. Но избави нас от лукавого. Аминь. Какие еще люди есть на Святой Руси? Что вы говорите? Я говорю, какие еще люди есть на Святой Руси? Чудаки. Святые. Да какие святые? Простые да набожные. Дивны дела твои, Господи. Ну что, Никодим, за Марию-то попросил? Конечно, попросил. Ну, слава Богу, теперь все хорошо будет. Господи, помилуй. Господи. Отче, отче, молитву забыли. Что там после... Да святится имя Твое! Давай слово учить!
Я уже 50 лет как монах. У престола Божия стою, облачен от Бога властью священства, все молитвы знаю. Но бегать по морю я не умею. Не пробежать мне. А вы только и знаете, трое нас да трое вас, Господи, помилуй нас. Но у вас чистое сердце. Идите. Идите с Богом на свой святой остров. И живите и молитесь там, как молитесь. Это я о молитве сказал, а не о многоглаголании. Вот что говорил старец. Поняли? Родные мои, это я про молитву сказал, как молиться, не про многоглаголание. Сила молитвы не в многословии, а в искренности молитвенного вздоха. Где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного. Вася, что отче наш сказал? Сказал, как молились, так и молитесь. Трое вас, трое нас. Господи, аминь.